Привет! С вами Людмила Семененко, ваш тренер по стройному образу жизни. Выхожу с вами на связь в этот волшебный, легкий, стройный день, чтобы пожелать доброго утра, хорошего настроения и отличного стройного дня. Вот такое у меня приветствие обычное. И обычное, но очень вкусное. Ну, не могу сказать, что она очень уж похудательная, все-таки она стройная фишечка дня. Показываю. Видите, какой он красивый. Не так давно я давала рецепт в рассылке, решила теперь вам на видео вот показать. Это последний кусочек остался оценочного пирога. Ну, должна сказать, что я его пару дней назад спекла, он прекрасно лежит в холодильнике. В этот раз почему-то я была главным его едоком, хотя и мужу, и детям он тоже нравится, но дома почему-то сейчас столько всего собралось вкусного, до него просто не дошла очередь. Очень вкусный пирог, и главное, это гораздо легче и стройнее для нас, потому что тут больше белка, чем обычный фруктовый пирог, скажем, с тестом каким-то. Ну, напомню суть, это делается тесто примерно как на сырнике, потом укладывается в форму для пирога, вдавливаются фрукты и сверху заливается заливочкой. Рецепт, напомню, по ссылке. Довольно быстро делается и очень вкусно получается. Ну, примерно половина такого кусочка у меня обычно, плюс еще фрукты, это или полдник, или ланч, ну, или завтрак, по настроению, когда захочется. Вот таким макаром их и стройнее, без истязания и без того, чтобы есть одну сырую морковку. Всему своя мера, и все получится. Никогда не сидите на диетах, будьте бодры, веселы. Оставайтесь на связи, под видео ставьте обязательно лайк, потому что это правда очень вкусный пирог. И оставайтесь на связи. Всего вам доброго. Пока.